сегодня? Какое утро поганое, Алик? Алиса. Можно Олег, если вам так больше нравится. Все пошло не так сегодня. Анализы мои как? Биоматериал лучше не становится. Часики-то тикают. Сейчас не поторопимся. Потом шанса завести ребенка может уже не быть. Так скажу. Папа, тебе не кажется, что такие вопросы лучше с мамой решать? А, ну да. Я чувствую, наклевывается очередной блокбастер. Главное, чтобы в финале постельная сцена. Мама сказала, что это сумасшедшее животное. Ладно, сам найду себе любимую и маму своему ребенку. Нужно к этому делу подходить с умом. Какая вам нужна? Идеальная. Ну что, дракон, ты готов? Да. А если это? Темная слишком. А это? Мутная. Есть вот такой вариант. Если это? На, ты про бутылки. Так и с женщинами. Та, не та. Это, не это. Твоя мама замечательная. Я хочу свою судьбу найти. Ну, кого я искать буду? Где? Такой геморрой. У вас? Тебе что, угрожали? Возьми же уже меня! Простите, это мне или Виталию? Лучше бы угрожали. Я в 90-е так от людей не бегал. Старый я для всего этого дерьма. Желаю тебе, пап, найти все и всех, кого ты хочешь. Ты же чистый зэк. Либо бандит из 90-х, либо физрук в школе.